Тахир сказал: «Позволь мне залечить твои раны и укутать». И эта рана единственная, которая оставила нестираемый след на теле Нефест. Но Тахир одним своим прикосновением руки, только одним нежным поцелуем залечил эту рану Нефест. Заменил одно из самых худших воспоминаний на хорошее. Как же это прекрасно. Для Нефест сделать этот шаг был одним из самых сложных. Она знает, что Тахир ее явно не обидит, не причинит ей боли, но переступить этот барьер, показать свои раны, дать дотронуться до них, открыть и повернуться спиной, которая перетерпела столько ударов от судьбы, очень сложно и тяжело. Но и любовь к Тахиру, ее доверие к нему, желание быть с этим человеком, желание, чтобы именно он залечил.